Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», 5-й том, вопрос 1422. Какой пункт содержания в тюрьме более всего вас беспокоил? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Как православный христианин, я просил оставить мою бороду при мне. Левиты 19 глава 27 стих. Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей. Но сколько я о том не просил, не плакал, не молил, ничто не помогло, хотя до самого лагеря борода была на месте. Поступил ответ на заявление Лапкина начальнику учреждения ИЗ-17/1 города Прокопенко В.И. с просьбой разрешить ему сохранить бороду. Согласно существующего положения, в целях санитарно-гигиенических норм и противоэпидемиологических заболеваний, все лица, заключенные под стражу в местах предварительного заключения, проходят комплексную санитарную обработку с составлением прически и короткой стрижки. У всех мужчин, осужденных к лишению свободы после вступления приговора в законную силу, волосы на голове и борода, если на это нет разрешения от медицинских работников, стригутся наголо. Исключений никаких не предусмотрено. Получено 1986 год начальник УИТУС Лопатенко В.Г.